вами Дмитрий Лосев из магазина «Шуб» Меховой на Тверской. Сегодня мы расскажем о парке, о молодежной парочке, хит сезона, тренд 2017-2018 года. Одежда, которая набирает обороты, набирает свой спрос, только зарождается. Давайте посмотрим парку в плащевочке с отделочкой из белого песца, из меха белого песца. Давайте посмотрим сначала по длине. Вот эта длина у нас чуть выше колена. Колено открыто, чуть выше колена. То есть и в машину хорошо, и в метро, в автобус, пешочком погулять. Чем хороша такая парочка, тем, что у нас идет сверху плащевка. Такая ткань не продувается, не промокает. Вот, внутри идет подклад. Давайте немножко расскажу о подкладе чуть позже. Сначала о внешней стороне парки. Здесь кармашек такой вот. У данной модельки идет кармашек, помпончик светленький из песца. Кармашки по бокам идут красивые. Кармашки красивые у нас. Этикеточки. Модные кармашки, утяжечки везде. Сзади утяжечка. Здесь утяжечка. Отделка такой парки идет из песца, из белого песца. Здесь идет отделочка. Посмотрите. Капюшончик и по бокам идет. Внутри капюшон, цельный кролик. Белый мех из меха кролика. Очень теплый. Здесь интересный подклад. Вот давайте посмотрим. Здесь у нас идет снизу для более практичный вариант исполнения. Подклад утеплитель. Тепленький, то есть не продувается тепло. А вот здесь у нас идет кролик. Подклад из белого, из нежнейшего белого кролика, белоснежного. То есть не продувается, греет очень хорошо. И на любую погоду, вот как раз под наши зимы, под наши дожди, сильные ветра или мороз, одели и горе не знаете. Намного доступнее, чем покупать шубы, и практичное. Если вы студентка, если вы просто гуляете везде, ее не страшно оставить и в ночном клубе, и в раздевалке. Обратите внимание на эту одежду. Ждем вас в нашем магазине «Меховой на Тверской». Одеваемся по-модному. Ждем вас.